Встанете. Вы в эфире, ребята! Вы в эфире! Машите ручки! Всем привет! Ну все, что? Поехали! Пошли обратно! Что делать-то? Сняли! Завтра будут в разделе, их разыскивает милиция! Так, ну что, Виталий, идем, надоело ждать, да? Нет, там команду жду пока! Успотели все, переговорим! Всем привет! В эфире сайт 29.ru. Сегодня пришли нам обливание водой из ведер, да. Смотрите, как много людей ждут своей очереди. Эта акция проходит одновременно в нескольких городах России. И вот сейчас, минута на минуту. А сколько вас человек? Сколько нас мушкетов? 75 ведер. А то и больше. Ничего себе. Что за акция? Сегодня на стадионе труд моржи из Архангельска и Северодвинска будут массово обливаться водой из ведер. Вот смотрите, уже все приготовили, расставили по цветам флага. Эта акция проходит впервые в Архангельске, и одновременно она будет проходить в нескольких городах России. Вот здесь вот мы видим экран. Это телемост, держит связь так, с остальными городами. Музычку, и вот сейчас я так понимаю, на связь, дамы и господа. У нас телемост, всех позовут, всех увидим. Более 1000 человек на связи. И для начала... Вот говорят... Приветики, скоро начинаем. А вы прям так обливаться будете? Да. С ведром буду ездить. Ждем. Смотрите, какие смелые. Напоминаю, что на улице минус 7 градусов. Вы готовы каждый? Давай, работаем! Главное! Чтобы далекая, любимая выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходим. Архангельская и Северодвинска! Ну, в Архангельске вот так вот! Посмотрите, открытые, веселые и просто с хорошим настроением! Для тех, кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что в Архангельске сейчас проходит массовое обливание водой из ведра. И сегодня здесь, на стадионе труд, моржи из Архангельска и Северодвинска, около 75 ведер. Люди пришли, подготовились. До этого у них была разминка, разогрев. Давай еще на ведро, потом кину. Очень часто не кажется. Готовимся. Пританцовываем. Смотрим. Волны. И пока вы танцуете, несколько слов по вашему замечательному клубу. Клуб «Архангельские моржи» был создан 33 года назад Сергеем Степановичем Сороковым. Дорогие друзья, сейчас в этот клуб ходит 160 человек. Начиналось все с одного, двух, трех. Но потом они организовали сейчас 160 человек. Не знаю, в Северодвинск у вас, наверное, столько же? Да! Я знаю, у вас там есть Сергей Анатольевич такой, призер, медалист, есть такой по зимнему правилу? Есть! И у нас в Архангельске также есть, дорогие друзья! Но Виталий Гусев, который в настоящее время стоит, и я Архангельский борзей! Это здорово, это здорово! Но я хотел, Юра Антипина здесь! Здесь! Юра Старцева здесь! Здесь! Сегодня все моржи и моржихи здесь. Сегодня все готовы поддержать эту замечательную акцию, дорогие друзья. И вы вместе с нами сейчас
вы услышите, встречатели, посмотрите, а сейчас даже в небо сегодня у нас красно-синее, белое, а это замечательная акция «Ты здоров!» Это модно! И я считаю, что вы показываете своим личным примером всем! Посмотрите, молодежь смотрит на вас и облизывается! Неужели они это сделают? А пацан только что, я даже не познакомился! У вас есть от молодого велика, есть пятилетие! А 83 года есть кому-нибудь? Есть, молодцы, ребята! За 90 есть? Да вы что? А я сейчас буквально походил по кругу. У вас там ледок образовался даже. Не страшно? Тихо мне говорит, дырку надо ковырять и обливаться только так. Да вам-то не страшно, вы сейчас просто-напросто обольетесь. И так появится столько сил, столько энергии, сколько несет это поражение. Но я знаю, что в нашем Архангельском клубе занимаются по три раза в неделю, да, занимаются? У вас уже прорубь большая, прорубленная, да, наверное? И плавание, и ныряете. Ну ничего себе, просто надо прийти посмотреть. Я сегодня тоже хотел подойти посмотреть, но я хотел даже попробовать, но не могу, дорогие друзья. И сейчас вот я подойду, вот так вот, милые женщины. Ой, ребята, посмотрите, скажите, как ваше имя? Галина, сколько занимаетесь? Полтора года и не страшно? Нисколько. А вот еще и борода подошла. Так, а ваше имя? Ваня! Ваня, которого вы на лыжах видели, на тайге. А сейчас он на коньках вместе с нами здесь. Ваня, где ваше ведро? Я с одним на двоих. У вас душ получается. Песенных за плечами города, за спиной моя рассвет. Страна подъем, пробежка и зарядка, слышишь? Объярополка, установка, быстрее, сильнее, выше. Если хочешь быть здоров, приходи на тренировку. Кикбоксинг, рукопашный бой, разведай обстановку. Еще есть бокс, дзюдо и боевое самбо. Мы за здоровье. Смотрите, здесь собрались свои зрители. Если ты закомплексован, а привык судьбой сражаться, то тебе сюда по жизни проще будет продвигаться. Увидишь себя на ринге, станешь чемпион по факту. Делай громче звук и раскачай себя под эти такты. Скажи окей, Google, когда ехать до Ильинки. Затем следи по карте, чтобы не проехать мимо. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, в ведрах уже нет. Я посмотрела, да, еще в ведрах нет. Я напоминаю, что мы сейчас снимаем массовое обливание водой из ведер в Архангельске. Одновременно в нескольких городах России. Ребята, моржи из Архангельска и Северодвинска разогреваются. И вот будет дан старт акции. Бросай бычок, ты лучше спортом занимайся. С утра водой облейся, не заливайся пивом. Запишись на бокс, просто сегодня выглядишь большой. Подали воду, ребята! Раз, два, три, облейся! Вот так вот, ребята! Архангельск, вы самые крутые! Посмотрите, какие они счастливые! Операция на полотенце! Обниматься, оттираться, фотографироваться! Спасибо вам большое! С праздником! Мужчины, с праздником вас! Мы вас любим! Как ощущения? Как отличное! Как после баньки! Супер! Все счастливые, все облились! Архангельск круто! Архангельск, вы настоящие маржи! Только в Архангельске! Сейчас здесь очень много! Плюс у нас минус! И плюс 10, посмотрите, какие! Скользко! Ой, я уже синий! Вот даже позируют счастливые, мокрые! Как они так могут, минус 7! А? Тихо, я не могу, посмотри-ка! Ой! Сейчас! Так! Сейчас! Так! Ой!
Но только посмотрите на них, какие они счастливые. Будь здоров, а все рекомодно. Готовы? Да! Ребята, чай пить, обтираться. Да, сейчас все отправятся греться в раздевалке и пить чай. Возможно, мы сейчас в теплом помещении кого-нибудь поймаем и даже пообщаемся. Кому-то перекрыло немножко вид. Здравствуйте, можно буквально пару слов? Как ощущения? Замечательно. Супер, а вы давно занимаетесь моржеванием? У меня сегодня посвящение. Серьезно, впервые? У меня проруби нет, я приехала с Холмогорского района сюда. Ничего себе. Прямо сейчас. Так я сегодня и пойду. Вы после этого? После этого еще? Я каждый день обливаюсь водичкой. Но это у себя в бане, холодной водой каждое утро. А в прорубь сегодня первый раз в Архангельскую окунусь. А раньше я окуналась на крещение. Ну вот, на Байкале купалась. И как это на вас влияло, как это помогает? Да замечательно. Для здоровья, все для здоровья. Супер. Смотрите, они еще все еще здесь. Кто-то даже покраснел. Но все позируют, все счастливые, довольные. Они выплёскивают. Вот акция и закончилась. Сейчас мы видим, как собирают ведра. Спасибо, что были с нами в этом.